Анатолий Арсеевов в последнее время лихорадит. Периодически он становится героем не самых приятных новостей. Например, в апреле прошлого года его коллегам по депутатскому корпусу пришлось публично обсуждать неэтичное поведение Арсеева. Он позволил себе нелестно высказаться в переписке с одной из жительниц города. Анатолий, будучи активным пользователем интернета, никогда не стеснялся в выражениях и не держал язык за зубами. Не молчал он и после начала спецоперации на Украине. Активно высказывал свою позицию. Правда, поначалу несколько раз ее менял. В итоге в мае 2022 года на городского депутата было заведено административное дело за дискредитацию российской армии. Как было установлено в суде, в социальных сетях со своей страницы он размещал комментарии. Они, согласно заключению экспертов, негативно характеризуют действия вооруженных сил Российской Федерации. Тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Но это не остановило Анатолия Арсеева, и он даже с заблокированной страницы ВКонтакте продолжил писать гневные сообщения. Сегодня к нему домой наведались сотрудники СК и ФСБ, на этот раз с постановлением о возбуждении уголовного дела. Постановление Подольского городского суда в вашей квартире разрешено проведение обыска. Анатолий Арсеев, его лицо закрыто, на видео держится спокойно, пока он находится в статусе подозреваемого. По делу допрашиваются свидетели, а в квартире проведен обыск. Санкция уголовной статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.